Это все! Да. Конкретно этому бою. Сейчас нам покажут, я думаю, эти моменты. Вот раз, тут же подскочил, промахнулся. Здесь классно ушел. Да, кстати, но вот второй уже, да, было все. Посмотрел еще Кирилл Иванович Билов, в состоянии ли обороняться киргизский боец, понял, что нет. После еще одного-двух ударов решил остановить поединок. И Орца Сайдулаев одерживает. 50 seconds to go, though. Oh, Bogdan finishing with some ground and pound, and it's over. That was the blink of an eye. The blink of an eye. Wow. We missed it here, we see. So he had him twisted, and he caught him there. Wow. Right away, two shots, and it was over. Fantastic. Fantastic work from Bogdan Grad. Nebil Sebai, always jumping. Two misses. Randall has slowed down considerably in his output here in the third round. Much more even round. Richie coming forward, and just like that, final seconds of round three, the knockdown. It cannot be saved by the bell in any round. Richie was winning the round, and then this in the final seconds. Oh, there it was. He hit him with a good right hand. He was falling forward, and then he hit him with an uppercut. You see how he falls? Поединок. То есть, по сути, проигрывая уже сходу первый раунд. Ну, или, ну, да, если да, что, то может быть ничья, да. К примеру, да, то если, например, ой-ой-ой. Очень жесткий человек. О, колено жесткое. И все. Все кончено в этом бою. Эльдар Мунапов очень с поршином, да, набросился на соперника. А при том, что сам очень здорово встретил таким фронт-киком. И посмотрите, да. В чем обратите внимание... Головой, сейчас, судя по всему, ножом ударился вот здесь вот. Нет. Второе поражение для спортсмена именно на первых секундах. С Байсангурсом Суркаевым, если бы не было капы, я думаю, можно было бы увидеть все 32 его зуба. Да, честно говоря, я даже как-то засмотрелся за поединком. Тяжелейшее попадание, и все. И это шестая победа нокаутом. А, так не Хонда, а Хантер. Да, ну вот это больше ему подходит. Байсангур Сусуркаев, побеждающий все свои бои нокаутами. Достаточно легко расправиться с человеком, который сейчас далеко не все складывается в карьере. Еще вторая, вот смотрите, улыбается. Уронил бы он сначала киргизского спортсмена, еще дальше прокрутил, и все было бы намного проще. Ну, знаешь, уже все очень близко к завершению. Молотки еще добавляют удары. И еще Раджабали. Наверное, уже все. Стоит остановить, да. Все к этому шло. С первого же раунда. Логично, что вот так вот бой завершился. И мы видим, что Раджабали... Шадилаев по-прежнему остается не знающим поражение. Это четвертая победа для него в карьере. Очень интересного проспекта нашли, как часто бывает у Лиги ACA. Young да, Eagles. Вы знаете, есть предположение, что мы увидим этого спортсмена снова, потому что показал он себя очень хорошо, достойно. Ну и... Já tentou um investido ali o argentino, foi frustrado, mais um chute. Ficou tudo na guarda do lenhador. Um chute forte. O argentino briga com o Johnny. E lá o nocaute, Johnny Carlos acertou no nocaute. Acabou a luta. Fantástico, Alexandre. Nocaute sinistro. Just martyred, just taunting with every shot Makengele throws. Just trying to keep goading him and look for that opening. Martin with the left to right, a big left drive by Makengele. Oh, Martin stands. Martin's covering him again. Martin has got his hand, it's over. Sicko Makengele is the world champion. A rise for the gorilla. Let's take a look.
Yeah, it was like driving forward. How the takedowns were not effective for Zico. Martin was able to scramble back up to his feet, but as the third round wore on, and both lads were impressing in the cage, by the way, what we're not seeing during the Restonic action replay.